необходимостью устойчивого развития в мире. А устойчивости, по мнению ООН, может сильно мешать избыточное образование. Избыточное образование на самом деле представляет угрозу для устойчивости. Как правило, более образованные люди с более высокими доходами потребляют больше ресурсов, чем малообразованные люди, которые имеют тенденцию иметь более низкие доходы. Это открыто написано в опубликованном в 2006 году документе. Чем больше образование, тем больше угроза устойчивости, говорится в нем. Вы только вдумайтесь. Организация Объединенных Наций делит жителей Земли на конкретные касты. Более образованные пользуют больше ресурсов Земли, а менее образованные – меньше. Поэтому менее образованные должны знать свое место и обслуживать более образованных. А чем это отличается, допустим, от плана ОСТ? Давайте сравним. Генрих Гиммлер считал, что для порабощенных народов навык чтения лишний. С ним был согласен Мартин Борман. Он писал: «Славяне должны на нас работать. В той мере, в какой они нам не нужны, они могут вымирать. Образование опасно. Для них достаточно уметь считать до 100. В лучшем случае приемлемо образование, которое готовит для нас полезных марионеток». Это чистый фашизм вообще. Чистый.